на сегодня отметка Токтарского водохранилища 7 753 000 000 кубов. В прошлом году эта отметка была на уровне 8 035 000 000 метров кубических. Это ниже на 282 000 000 метров кубических. Ну, это ухудшающий показатель энергосистемы. В соответствии с этим, значит, из-за большого потребления работает системная автоматика ограничения нагрузки. Она введена, вводится, ну и раньше она вводилась, только раньше она не срабатывала. В этом году из-за дисбаланса она работает вечерний максимум, поэтому в некоторых районах возможны какие-то регулировочные мероприятия по работе автоматики. Значит, норматив значения потребления на март месяц у нас обозначен на уровне 54 000 000 киловатт-час потребления в суточном разрезе. И мы на выходе к 1 апреля должны были выйти на отметку порядка 7,7 миллиардов киловатт-час. Но, как видим, мы уже сегодня почти доходим до этой отметки. Если в дальнейшем мы будем работать в таком же темпе, то есть угроза, что мы выйдем на уровень мертвого объема Токтарского водохранилища. Это недопустимо. Поэтому мы призываем, пользуясь случаем сегодняшней конференции, население, наших потребителей экономно относиться к расходу электроэнергии.